У меня глаукома обеих глаз, и я решила просто, сказали же, вовнутрь опасно, ну не то, что не опасно, нежелательно. И я вот так глазки прикрыла и начала втирать. Я долго-долго втирала, вроде ничего, нормально, глаза открыла, все хорошо. Тут через некоторое время у меня такое пощипывание глаз, щипит прямо во все стороны, я так сделала, у меня слезы текут. Тут ребятишки пришли, напугались. Мама, что у тебя обострение с глаукомой? Какое обострение? Крем намазал. Какой крем для глаза можно мазать? Я говорю, да вот такой. И все. И, короче, вот так получилось. Интересно. Тут у меня, значит, что получается-то? И это. И вот это льется. Я им чай готовлю, все дело. У меня в нос вот так все льется, слеза. А потом, значит, вот здесь вот. А у меня гайморит еще. Это правая сторона у меня вообще не работала. Это честно говорю. А отсюда только смотрю, пошла в туалет, у меня что-то здесь булькает. Взяла вот эту туалетную бумагу. Ну ничего не было. И раз вот так подставила, у меня отсюда такой комок прям. Полилось прям. Ой, так легко стало с этой стороны. А слезы идут все равно. Думаю, пусть. Через некоторое время смотрю. Думаю, господи, вот бы с этой еще стороны побежала бы. Вот так делаю. Точно. Опять беру, у меня здесь все хлюпает, и я раз его снова подставляю, у меня опять это... Полное! Это было такое облегчение, и у меня вот здесь вот не дотронуться было. Я, главное, вот так вот делала всегда массаж, все. Потом-то вот сегодня утром вот так думаю, опять так же легонько касаюсь, да нифига, вот так можно, оказывается. Вот такой был результат. Вот, но вот здесь, вот здесь он собирается, вот здесь, Дмитрий, но вы даже до бровей не дотронетесь, знаете. А если когда еще у тебя глаукома, глаза у тебя нет само, там вообще. Вот такой шикарный результат, и недолго думая, я позвонила Татьяне Анисимовне, она молодец.